Сейчас будет нечто другое. Итак, было большое требование по поводу того, чтобы провести внеплановый показ косплея. Все участники, которые хотят принять в этом участие, те, которые не были зарегистрированы предварительно, могут сейчас показать все свои костюмы, всех, что хочет. Только нужно перед этим явиться к нам на сцену. На сцену. Рассказываю теперь, как мы поступаем следующим образом. Вот Лесечка включает музыку. Вы... Все смогут спуститься со сцены? Я думаю, все. Все по очереди, по 1, 2, 3, выходим, дефилируем и становимся в конец. Дальше выбирать будем где-то там голосование зрителей. Что ж, вы решили, кто за кем? Построились в очередь. За руки взялись. Как в детском саде идем. По-другому нельзя. Так. Я сейчас... Да, Сережа... А, это не Сережа. Так, ладненько, я буду контролировать этот весь проход. Все дефиле по очереди. Поэтому... Поехали, Лисичка, включай. Yeah.
следующего участника. Суровая. Девушка такая. Интересная. Фотографа убила. Добивай! Потом на счастье, что его убили. Вы что, дети вернутся домой и расскажут маме, чем они занимаются. А мы только и получим большой.